Программа «Удачи на даче» продолжает подсказывать нашим телезрителям рецепты разных вкусных штучек. Вот на этот раз мы пришли в гости к нашему доброму другу Андрею Чудинову, который рассказал нам, как приготовить вишневый кекс в мультиварке. Для этого нам понадобится 400 граммов муки, 250 граммов сгущенного молока, 3 яйца, 200 граммов вяленой вишни, растопленное сливочное масло, 2 столовых ложки сахара, чайная ложка ванилина, 2 чайных ложки разрыхлителя и щепотка соли. Сахар, соль, яйца и масло тщательно взбиваются в большой чаше. Туда же добавляем сгущенное молоко и постепенно всыпаем муку и ванилин с разрыхлителем теста. По консистенции наше тесто должно напоминать густую сметану. В последнюю очередь добавляем самое главное – вишню. Основной фронт работ уже проделан. Остальное сделает умная мультиварка. В магазине «Витек» новинка – мультиварка «Редмонд». Отличное решение по приемлемой цене. Преимуществами этой техники является сразу несколько функций. Первая – мультиповар. С ее помощью можно установить температуру приготовления вручную. А опция «Мастер-шеф» поможет выставить параметры приготовления блюда, нужные именно вам. Причем даже в процессе готовки. Также в магазине «Витек» есть супер-новинка – мультиварка-скороварка «Редмонд». 29 автоматических программ позволяют выбрать нужный вам способ температурной обработки пищи. А еще в ней вы сможете готовить пищу без доступа кислорода и под высоким давлением, сохраняя все полезные свойства продуктов. В комплекте с мультиварками «Редмонд» каждого покупателя ждет отличная поваренная книга – 120 рецептов на любой вкус. В магазине также есть уже полюбившаяся курганцам мультиварка «Редмонд» с 10 классическими программами, функцией отложенного старта и поддержания температуры готовых блюд. Книга со 120 рецептами от профессиональных поваров также включена в комплект. И это всего за 2990 рублей. Внимание! Акция только до 10 мая. При покупке любой мультиварки «Редмонд» вы получаете еще одну компактную мультиварку для дачи в подарок. Быстро и без особых хлопот мы приготовили замечательный десерт к чаю. Не забудьте дать ему остыть, и вы можете использовать любую начинку, которая вам понравится. Приятного аппетита! И удачи на даче!